Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը գտնվում է Վիեննայում, մենք այստեղ մասնակցում ենք կոնֆերանսին, որը կազմակերպել է Եվրոպայի միությունը, եւ այժմ իմ զրուցակիցն է Մոսկվայի քաղաքական ուսումնասիրությունների դպրոցի եւ քաղաքացիական կրթության դպրոցի հիմնադիր Ելена Немировская. Добрый день, госпожа Немировская, спасибо, что согласились на интервью. Это очень важный момент для меня, потому что я также выпускница Армянской школы политических искусств, и наш руководитель Армен Закарян передавал приветы. Спасибо большое. Да. Вопрос следующий, госпожа Немировская. Мы все время говорим о том, что надо помочь Украине. А кто поможет России? Потому что вы, если я не ошибаюсь, школа была одним из первых в списке иноагентов. Все те люди, которые помогут реформировать Россию, они сейчас диссиденты. Это журналисты, это политические обозреватели, это политические деятели. А кто поможет России? Во-первых, меня можно называть просто Лена. И я на этом настаиваю. Во-первых, и во-вторых, мы не так ставим в школе вопрос, поскольку вы выпускница армянской школы, и вот уже будете и нашего Engaged Program, то есть программы не только Advanced, но программы заинтересованных современных людей. Наша как раз задача – помочь самим себе понять, где мы, что происходит с таким сложным чувством, как совесть, понимание современного мира, современного устройства мира, устройства более современных государств, как должно быть устроено государство, которое является, в общем, обслуживающим такой категории, не новые, но заново понятые, как личность, гражданин и всякого набора более инструментального, то, что называется по-английски the rule of law, верховенство права, но не закона и так далее. Потому что закон нас лимитирует, ограничивает, а право позволяет. И право позволяет нам жить и действовать, поскольку это на самом деле не то же самое, что заповеди, но вместе с тем это какой-то важнейший элемент современного общества, секуляризированного общества, но который не позволяет нам забывать то, что я сказала о совести, не забывать, что есть другой, что он имеет тоже право, как и ты, что общаться с другим можно только через диалог и компромисс. И вообще многие навыки, которые в достаточно деспотическом государстве не только не учитываются, а вообще люди об этом не знают, не думают, не практикуют. И в этом я вижу призвание нашей школы. Разбудить не только саму мысль, но и состояние, где человек начинает, и каждый индивидуально, начинает об этом всем задумываться, потому что, так мне кажется, старое представление, что такое суверенное государство и что значит современный гражданин, если это не будет понято, то человечество может не справиться не только с сегодняшними политическими проблемами, событиями, которые привели к самому ужасающему, что есть война,
Но и с будущим, когда серьезные возникнут экологические проблемы, климатические, демографические да. проблемы, человечество начнет так или иначе перемещаться, и выстоять в этой схватке с реагирующей на человеческие усилия природой на уровне государств будет очень сложно. Необходимо, но будет очень сложно. И без гражданской активности, не только национальной, но и глобальной, я гражданин мира, кажется, что справиться будет невозможно. Поэтому именно сейчас наступает самое активное время, когда надо думать об этом и формировать не то, что нового человека, а выбивать из старого человека раба, который подчиняется этническим, культурным, национальным и всяким другим неограничительным характеристикам, но, так сказать, суверенным. И думать о глобальном гражданстве, иначе не справиться. Мы граждане стран, но мы и граждане глобального мира. А как вот Россия сегодня хочет, будет вписываться в этот глобальный мир? И что пошло не так? Когда это все пошло не так? Ведь это же не вчера началось. Я не буду присоединяться к той или иной точке зрения, которая существует по каждому заданному вами вопросу, но я считала всегда, и вот Юра Синокосов, который вместе со мной основал школу, и чья я жена почти 50 лет, вот мы всегда думали, чтобы иметь демократию, как, на наш взгляд, самую удовлетворяющую, со всеми недостатками, форму правления в стране, для этого хотя бы 35-40% населения страны должны проделать работу узнавания, работу приобщения как убеждения к этим ценностям и возможность жить в другом обществе. Это долгий труд, это огромная просветительская работа, и то, что мы делаем уже 30 лет, это бы совершенно недостаточно для такой страны. И это, я думаю, для многих стран важно, бывших республик Советского Союза, потому что эта интеллектуальная работа не была проделана ни вовремя, ни в школе, ни в семье, ни в традиции, нигде. Но это надо иметь как национальный багаж. Без этой работы усвоения некоторых других ценностей, как жить, уважая другого, как жить, зная, что есть другой, как жить современно, уважая и право, и закон, как общество контролирует власть, как оно реально участвует и даже в той информации, которую оно получает, это культурные навыки, которые не лежат на уровне инстинкта, а требуют, во-первых, грамотного
изложения для того, чтобы их можно было усвоить и присвоить. И мир оказывается более сложный, потому что вы должны понимать этот мир, и культура, оказывается, это мир, в котором мы должны практиковать сложность жизни. И тогда мы люди. И тогда мы субъекты и политики, и собственной жизни. Поэтому я верю в просвещение. Я верю, то, что мы делаем, это не всегда хорошо, но это в правильном направлении. И я верю в такие же организации, как наша школа. И, конечно, я верю в просвещение. Наша задача не научить, потому что научение – это навык, даже профессия, а попытаться заставить другого понять. И когда это понимание становится убеждением, мне кажется, это и есть современный человек, который не только нашим странам необходим, и региону, но и всему миру, чтобы выжить. И это понимание несет с собой еще много тысяч пониманий и практик. Ну и главное доверие, главное уважение к другому. То, в чем люди и страны деспотического режима, в общем, на практике мало знакомы. И не могу сказать, я не имею права сказать, что мы всегда успешны, но мы успешны, потому что мы верим в это, и к нам приходят все время новые люди вместе с нами быть убежденными. Спасибо, Лена. Спасибо за эти ободряющие, вселяющие надежду слова. И также спасибо за интервью. Спасибо большое. Спасибо. Ано сам ваш арачин լրատվականը գտնվում է Վիեննայում եւ մենք զրուցեցինք Մոսկվայի քաղաքական ուսումնասիրությունների դպրոցի եւ քաղաքացիական կրթության դպրոցի հիմնադիր Ելենա Նեմիրովսկայի հետ. Գոհար Հայրապետյան, Արաջին լրատվական, Վիեննա.